дополнение зверит, которых вы опять же хорошо знаете. На доске очень сложно рисовать, сложно соблюдать пропорции. Слишком близко, слишком крупно приходится. Итак, ну глава нас в данном случае не очень интересует. Итак, собака. Ну и давайте разбираться с уставом. Правила мы с вами разбирали. Какой сустав, куда сгибает, нарушений не бывает, никаких, в другую сторону ни у кого не бывает никогда. Голеностоп, конечно. Это не может быть колено. В какую сторону сгибается сустав? Хвосту. Хвосту, все, не колено. Колено всегда в какую сторону сгибается? Голове. Только в голове. Классно. Какой сустав? Лучший запястный. Почему не локоть? Вы не понимаете, как устроены тела у ваших любимцев? Да? А может, это же тоже нужно улучшать эти правила? Разумеется, в какую сторону всегда сгибается локоть? Хвосту. А стоп, одну секунду. Локоть. Смотрим. Локоть хвостом. Этот сустав хвостом. Хорошо, а это? Сустав такой. Сустав лучезапястный, разумеется. У собак и у кошек сложнее с задними лапами, здесь проще ошибиться, чем с передними. А вот у лошадей совершенно запросто можно ошибиться и с передними. Вот такая ситуация. Значит. Значит, теперь попробуем разбираться. Сустав. Колено на передней конечности, я вас поздравляю. Неужели принцип так сложно понять? Всегда смотрите на одну простую вещь. Куда сгибается сустав. Все остальное не важно совершенно. Прошу. Это коленный сустав. Ну, во-первых, скажите, у вас в руках колено много? Да. Скажите, это передняя или задняя конечность? Передняя. Может ли быть коленный сустав передней конечности? Ну, ребят, ну хотя бы чуть-чуть думайте, ладно? Прошу вас. Лучезапястный, конечно. Почему ни в коем случае не локтевое? В какую сторону локоть сгибается всегда? Хвосту. Локоть всегда к хвосту. А этот сустав куда сгибается? Голове. В голове. Все, ребят, не локоть. Правило очень простое. Смотрим, куда сгибается сустав. Все остальное просто не важно. Давайте смотрим, а как это все устроено анатомически. Очень просто. Вот лопатка. Вот грудная клетка. Так. Плечевая кость длинная или короткая? Лучше длинная. Короткая. Очень короткая. Вот это какой сустав на самом деле? А. Плечевой? Вот плечевой сустав, вот лопатка. Вот эта плечевая кость. А, какой сустав? Локтевой. А это значит, вот это какая часть конечности?
После локтевого сустава у вас в руке что идет? Запястье. После локтевого сустава у вас сразу запястье. Предплечье. Предплечье. А значит, вся вот эта часть ноги у лошади, это что? Да. Предплечье. Так, давайте еще раз более подробно прорисуем. Ведь наверняка же кто-нибудь из вас идет в ком катаюсь, да? И уж лошадей-то видели. Ну и давайте попробуем разобраться, что же у них есть. Лошадиную ногу все опознают? Да. Все опознают, слава богу. Как по-вашему, а пояс конечности вообще у лошадей есть? Или ноги есть, а поясов нет? Есть. Есть, разумеется. Важнейший элемент пояс передней конечности, как называется? У вас он тоже самый крупный. Ключица. Кость, как называется, самая крупная в плечевом поясе. Ну, громче. Лопатка, конечно. Вот она, лопатка у лошади. Если кто-нибудь когда-нибудь сядет на лошадь без седла, да, и на рыси его сместит вот так вперед, а рысь очень тряский орёл. И вот если человека вот сюда стрясет, то что такое лошадиные лопатки, вы отлично почувствуете. Значит, хорошо. Итак, как лопатка, значит, вот это какой состав? Вот он. Номер один, какой состав? Плечевой. Плечевой состав. Как будет называться кость, отходящая от плечевого сустава? Плечевая. Плечевая. Вот она. Вот она. Плечевая у всех эпосов. Эпоса лошадиная. Небольшая. Какой сустав с этой стороны? Локтевой. Локтевой, номер два, локтевой сустав. Вот он, где локоть. Прямо под грудью. Ясно, что вот это отдел тела лошади, как называется? Это грудь, грудь. Тело, туловище. У конечности вот это плечо. А у туловища это грудное тело. Так? Хорошо, теперь вот это какое дело от локтевого сустава, вот сюда. Предплечье. Предплечье. Если это предплечье, вот это локтевой сустав, а это предплечье, то вот этот сустав какой? Лучезапястный. Лучезапястный. В результате вот это вот все вместе. Что это? Кисть. А это кисть. Причем у эпосов исчезают и вот эти пальцы, и вот эти пальцы. Остается только один опорный луч. Они принадлежат к непарнокопытным, или, как иногда говорят, непарнопалым. Так что на самом деле вот это вот третья пястная, а вот это пошел палец. Раз фаланга, два фаланга, три фаланга. Вот она лошадиная нога. Я надеюсь, если запомнить правило стрелочки, какой сустав куда гнется, дальше разбираться с нормальным анатомическим чинением тела позвоночного, вам будет попроще.